Привет, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу, как очистить историю ников в Стиме. Работает также на Android и iOS. Заходим в ваш профиль Стима, кликаем на вот эту стрелочку рядом с ником, кликаем Clear, кликаем ОК. Ждем, кликаем опять на эту стрелочку, смотрим. Ники удалились, очистились. На этом все. Всем удачи, всем пока.